здравствуйте, дорогие друзья, дорогие поклонники и любители футбола. Меня все так же зовут Егор Дергачев, и я все так же рад приветствовать абсолютно каждого из вас в своем видеоблоге. Продолжаем с вами давать прогнозы на английскую футбольную премьер-лигу, и на повестке дня у нас поединок с участием лидера чемпионата Англии. Манчестер Сити на выезде будет играть против Вест Бромвича. Почему-то в этом году у меня такие параллели, что Манчестер Сити хочется сравнивать с ПСЖ. Но ПСЖ команда Унай Эмери периодически допускает ошибки, Манчестер Сити же с большего себе такого и роскоши не позволяет. И я очень-очень сомневаюсь, что Вест Бромвичу даже на своем поле, даже при поддержке своих болельщиков, удастся остановить машину Пепа Гвардиолы. Поэтому я вам предлагаю поставить на то, что уверенную победу в этом матче одержит Манчестер Сити. Фора на вторую команду в минус 1.5 мяча. Почему-то букмекеры дают весьма и весьма неплохой коэффициент 1.87. И мне кажется, что этой ситуацией обязательно нужно воспользоваться. Если вы считаете так же, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обязательно в комментариях пишите свои варианты ставок на матч Вест Бромвич Манчестер Сити. И, конечно же, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки на обе эти страницы вы найдете в описании у этого ролика. Farmer in the dell, the farmer